особливо детально прискіплюватись до військової справи і розуміти, що саме відбувається. Це нам допоможе робити пан Роман Світан, популярний воєнний експерт. Роман Григорович, я вас вітаю в ефірі 24-го. Привітаю. Радий вас бачити. У нас насправді такі теми не дуже приємні. От попереджу одразу про те, що відомо. От, з приводу Умані, станом на 19:00 кількість жертв в Умані 23 особи. З них четверо це діти. Насправді не дуже приємна новина, але от взагалі вона. Те, що роблять росіяни, ми вже знаємо, але те, як вони на це реагують, вони ж написали там, що це абсолютно вони били по об'єктах військових. Канашенков там їх написав про це. І оцей неприкритий фашизм, як на нього дивитися, вже, мабуть, все сказано. Можливо, якщо ви захочете, ви можете щось додати. Так сложилось, в 1984 году я первый тренировочный полет на МиГ-21 совершил именно в Умане. Там стоял полк от Черниговского летного училища, в котором я сначала учился летать на истребителях, а потом еще и был инструктором. Так вот, в 1984 году первый тренировочный МиГ-21, мы как раз там базировались. Там есть военный аэродром, но он на отшибе от Умани далеко. От города, потому там несколько километров в свое время приходилось пешком все это расстояние проходить и очень далеко. Потому нет там военных объектов. Туда, куда попали ракеты, там военных объектов нет. Так сложилось, повторюсь. В 1984 году первый тренировочный полет выполнил именно в Умане. Там стоял наш полк учебный, в котором меня научили летать, это почти 40 лет назад. Вот первый тренировочный в Умане базировались, знаю прекрасно этот город, и еще лет через 10 я уже в качестве инструктора переучивал Уманский полк с МиГ-21 на Л-39 уже со своим ведомым. Успели, кстати, переучить за несколько месяцев, потому большой привет тем скептикам, которые говорят, что нельзя переучить наших летчиков. 3 месяца полк практически был переучен. Потому Умань прекрасно знаю, там этот аэродром, один практически военный объект, он за городом, на отшибе, очень далеко. То есть однозначно это не было целью именно военный объект. Ракеты шли в Умань. А вот почему именно в Умань? Здесь есть, скорее всего, 2 причины. Первая причина – это то, что несколько дней Умань сама по себе – это такой центр паломничества евреев-хасидов. Там могила Ребе Нахмана, цадика хасидизма. То есть это такой большой еврейский центр. А вот теперь куда пришли ракеты? Пришли ракеты в Умань, пришли ракеты в Днепр. А это еще один центр, довольно-таки мощный, там стоит менора, то есть тоже моменты, связанные с иудаизмом, ну и Киев, само собой. То есть удар, я так понимаю, был с таким, с задачей, скорее всего, все-таки с душком антисемитизма, удар был именно по вот таким святыням. Причем заказчиком этого удара мог быть и Иран, который поставляет шахеды и под удары, в том числе по еврейским святыням, и само военно-политическое руководство России, так как буквально 3 дня назад вся делегация Израиля покинула заседание, где руководил Лавров. То есть там были вопросы, связанные с таким демаршем в том числе, потому Путин мог принять решение ударить именно по таким вот еврейским центрам в Украине. Покинули то вони зі словами, я просто додам до вашої відповіді, зі словами, я відмовляюся проводити цей священний день, слухаючи брехню та звинувачення. Саме з такими словами от ізраїльський поспред залишив засідання ООН. Так і є. То есть здесь, може бути, якраз сложилось все это вместе взятое. Плюс они, как всегда, не делают такую гадость для какой-то одной задачи. Подвязали сюда еще через несколько часов после удара по мирным украинским гражданам. Они ударили по
оккупированной территории по Донецку. Это россияне ударили по Донецку, по центру Донецка погибли люди. То есть как раз для того, вот такого рода провокации, вроде это украинские войска нанесли ответку. Российские блуждающие уже сначала начинали не с 2014 года минометы, но сейчас уже блуждающие грады, скорее всего, засыпали центр Донецка. Погибли люди, погибли дети. Вот работа российской такой вот пропаганды и людей, которые занимаются такими подставами, можно так сказать. Это то, что не получилось у них в прошлую пятницу. Они несколько бомб сбросили на Белгород. Ни одна толком не взорвалась, а та, которая взорвалась, не принесла большой беды. В прошлую пятницу это была такого же рода провокация для того, чтобы повесить на украинские войска эту беду по Белгороду. Mm-hmm. Вот неделя прошла, опять пятница, перед выходными, для того, чтобы показать в невыгодном свете украинские войска, спровоцировали еще и этот вопрос, удар по Донецку. То есть это в чистом виде ФСБшное и ПСО, а это они специалисты, взрывали свои дома, то есть примерно больше 20 лет назад. Им без проблем подорвать тот же Белгород или ударить по Умани и Днепру, а потом и по Донецку в том числе. И понятно, для чего это надо. Перед нашим наступлением уменьшить количество помощи, нам как-то выставить наши войска в неприглядном свете. Это россияне, то есть здесь работают спецслужбы России. Якщо казати про Умані, те, що вони от стріляли туди по цій теорії, що вони хотіли зачепити громадян Ізраїлю там за те, що відбулося в ООН, чи не бояться вони в такому разі, що ізраїльтяни всерйоз почнуть надавати Україні озброєння після такого-то інциденту? Ну, вряд ли, потому что Израиль все-таки маленькая страна. Они свои технологии нам вряд ли передадут. Там есть закрытые моменты, которые предназначены для работы только израильскими службами и Цахалом. То есть, если что-то передадут тихо, без помпы, без помпезности. Израиль передает нам некоторые позиции, как минимум медицинские. И большое спасибо им их хоть и за это. От Израиля в этом смысле, конечно, много ожидать нельзя. Но вот такого рода российская ответка – это в духе россиян, это в духе этой садистской нации, естественно, этого военного политического руководства России в чистом виде садисты. Ну а здесь уже вопрос и терроризма, и шантажа по некоторым позициям, и антисемитизм точно в чистом виде, потому что три центра были атакованы в основном и с явным намеком на этот момент, связанный с израильским демаршем. То есть все сразу вместе, ну и в чистом виде, конечно, это геноцид украинского народа. Евреи Украины – это украинцы, поэтому даже такого рода намек – это еще раз повторюсь, геноцид и действия россиян. Ну, уже, не знаю, под что они еще не попадают. То есть уже таких статей, наверное, нет. Под какие они уже уголовного права, международного, под какие они еще не попали. Так ще й самі зізнаються в тому, що роблять на своїх ресурсах Міноборони. Про це кажуть, що та, це ми зробили, але ми били то тільки по військовим якимось об'єктам. Але то ми правду бачимо всю. Добре, з цим ми розібралися. Є таке, знаєте, досить цікава новина, яка дозволяє нам подивитися на те, що буде в Росії, під іншим кутом. І саме з кутом ядерної загрози. От ми всі розглядаємо ядерну загрозу по відношенню Росія – Україна, тобто Росія там направить ядерну боєголовку, чи якась країна до країни. А от в статті оглядача від Білд Юліана Репке, він оцінював ситуацію трошки інше. Він казав, що кровавої лазні не уникнути, і сказав, що от при тому всьому, що буде відбуватися, при тій громадянській війні, використання всіх ЧВК, Нацгвардії, ФСБ, які теж по своєму змісту дуже схожі на ЧВК і будуть по функціоналу саме як ЧВК тоді працювати,
працювати на захист своїх інтересів чи на те, щоб у когось щось поцупити. І от він каже, що в цьому випадку застосування ядерної зброї під час розпаду Росії дуже ймовірне. Чи можемо ми розглядати такий сценарій, що от в Росії почнуть цупитися один з одним, і хтось не витримає, захоче там винищити свого конкурента і натисне цю ядерну кнопку? Вряд ли. Дело в том, что все ядерные боезапасы под контролем 12-го ГУМО. Это Главное управление Министерства обороны Российской Федерации. Там служат довольно-таки вменяемые офицеры, они прекрасно понимают ответственность и перед Россией, и перед народами мира. С этими офицерами должна быть, скорее всего, на 100% есть связь спецслужб мировых держав, которые также являются обладателями ядерного оружия. Ну а якщо хаос почнеться? От хаос і жорсткий перерозподіл, війна внутрішня якась? Сразу будут моменты, связанные именно с ядерным оружием, они будут локализованы. То есть 12-е ГУМО отработает некоторые моменты для охраны обороны. Ну а дальше эти места, локации, они будут взяты под контроль голубых касок ООН. Причем ГУМО будет именно этому и способствовать. Здесь в этом смысле как раз проблемы точно не будет. Какая бы там сумятица ни началась, но каждый ядерный боезапас просто сам в свое время был к этому причастен, к контролю, то каждый ядерный боезапас он на конкретном учете офицеров ГУМО, и ни один он никуда не уйдет, и ни один не сдвинется. Особенно после развала, как это было при развале Советского Союза, я уж как раз говорю, что был немножко участником этого процесса. И также при развале Российской Федерации весь ядерный боезапас будет полностью под контролем, ну а переключится на управление от ООН, от Совбеза ООН, если будет резолюция, то 12-е ГУМО переключится и будет подчиняться уже вышестоящим в этом смысле организации. Это примерно та же картина, как, допустим, тот же Росатом сейчас подчиняется определенным указаниям МАГАТЭ, то есть вот эти вертикали управления, подчинения и контроля за ядерным и боезапасом, то есть ядерным оружием и ядерным топливом. А здесь этот контроль понятен всему миру, и все службы, которые имеют отношение к такому роду боеприпасов, здесь действуют, в этом смысле действуют сообща. От є також свіжа новина від «Нью-Йорк Таймс». Згідно тої теми, яку ми з вами тут обговорюємо, США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів. За інформацією видання, ціль полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на території України, відповідальність за це Москви була б доведена. Мережа атомних датчиків розгортається по всьому регіону і матиме можливість охарактеризувати розмір місця розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху. Це спекулюють видання, підіймаючи таку тему. Тобто, дійсно, розглядаються нашими партнерами ситуації. Ну, одне то видання написало, але дійсно цей датчик передають. Нащо його передають? І дійсно думають, що Росія от вдасться до таких маніпуляцій з ядерним вибухом. Дело в том, что у нас у самих хватает датчиков радиации, в том числе, тем более датчиков, связанных с радиацией не только после ядерного взрыва, а и защиты от радиации. Дело в том, что у нас одна атомная станция у нас оккупирована российскими войсками. Они могут сделать что угодно, они могут и забрать тоже топливо, они могут забрать отработанное топливо, а при перемещении, бесконтрольном перемещении и после, и при освобождении ядерной станции может быть некоторая утечка радиации, потому однозначно у нас хватает своих датчиков, но то, что нам партнеры еще передают, это тоже положительный момент, но это как раз с этим связано.
Украинская армия, она готова и готовится к любым развитиям событий, включая и даже стратегические удары ядерного оружия и вообще камни с неба и очень большие. То есть подготовка ведется к любому развитию событий. Ну а то, что иностранное издание начинает подсвечивать этот момент, скорее всего, это уже ложится в рамки информационно-психологической спецоперации, которая начинает разгонять российские ЦИПСО, центры ИПСО. То есть это запуск некоторой информации, которую потом мультиплицируют уже практически бесплатно другие информационные издания, и запускается вот такая волна. На нее не стоит обращать внимания. Работа идет и в том числе противорадиационная. Зрозуміла ваша відповідь. От перейдемо до таких ще морально-етичних, можливо, десь тем. Пісков про участь у параді військовослужбовців СВО сказав, вони будуть представлені, краще дочекатися самого параду. Ну, тим самим він анонсував, що ті, хто приїжджав в Україну, вмирав, вбивав, вони будуть на параді. І якщо вдуматися в цю новину, то виходить, ну, для росіян звичайних це повинно бути якесь, ну, максимальне збочення, бо цей парад на згадку тих людей, предків, які загинули в ході того, коли боролися з нацизмом. А виходить так, що на цей парад будуть запрошені люди, які представляють цей нацизм. Це ж просто, ну, Орвел не снилося. Ну да, можна сказати, тільки, скоріше всього, я думаю, все-таки це відноситься до фашизму. Фашизм – люди, которые боролись против фашизма в 41 по 45. Мои два деда, один погиб на войне, второй был ранен, даже в японскую умер от ран. То есть, но им бы сейчас было за сотню лет. То есть этих людей уже, в принципе, практически нет в живых. Тех, которые реально боролись с фашизмом. В тот момент это был немецкий фашизм, а сейчас это мы боремся уже их внуки и правнуки, мы боремся уже с российским фашизмом, это в чистом виде российский фашизм. Ну а россияне, как всегда, подменяют понятия, естественно, подтягивая вот таких фашистов, которые пришли в Украину убивать украинцев, геноцид в чистом виде украинского народа, они пытаются из них сделать героев, такое зеркало наоборот, так сказать. Но это информационная работа российских пропагандистских агентств. Они, кстати, здесь, наверное, лучше, чем Геббельс работают. Скорее всего, у него так и учились. То есть пытаются, по крайней мере, как-то прикрыть и в том числе эти фашистские уже полчища, которые у нас сейчас работают, вот тем положительным моментом, которые в свое время выполняли задачу наши деды против уже немецкого фашизма. Якщо от теж розгорнути цю тему, от знаєте, локально, на парад приходить людина, багато ж є людей в Росії, які розуміють, що відбувається, які пам'ятають своїх предків, для них ця пам'ять і боротьба з фашизмом, нацизмом – це основне, але при цьому вони, наприклад, можуть розуміти, що відбувається, як Росія тут чинить оцей самий фашизм, зароджує його. І виходить, що ця людина приходить на парад, і біля неї ставлять людину, яка там показує обличчя свого найближчого загиблого родича, який приїхав в Україну і тут страчував людей, там гвалтував, вбивав і цупив техніку. І от конфліктів таких на параді буде багато, якщо вони, в принципі, такі відбудуться? Вони можуть бути, вони однозначно, вони будуть і ту інформацію підіймати. Вопрос конфлікти, скоріше всього, будуть тоді, коли увидят, сколько много погибших у россиян. Они же, в конце концов, это по всей России, если размазать, мало получается, то есть практически один из тысячи. А если они все соберутся в локальных местах, на парадах, они увидят сотни тысяч человек с уже погибшими сейчас людьми, россиянами, теми, кто погиб в Украине. То есть это здесь, вот здесь может быть конфликт. И конфликт, который точно разнесется по всем
мировым каналам, потому они будут пытаться его потушить вплоть до полной отмены всех парадов, то есть вообще любого уровня парадов, а те парады, которые будут где-то проводиться, они будут четко срежиссированы, и то, что будет выдаваться в информационное пространство, оно уже будет выхолощено вот как раз этими геббельсовскими российскими структурами. З московських бюджетників формуються чергові групи. Співробітники держустанов мають чергувати групами у дворах своїх територіях і розпізнавати дрони. От поки ми отримуємо патріоти, вони налаштовують людей на те, що ви не просто люди, ви ще й засоби протиповітряної оборони для Російської Федерації. Ну, от скажімо так, наскільки це буде дієво? І друге питання, а чи якщо якісь БПЛА буде летіти, чи зможуть такі групи якось зреагувати так, щоб це БПЛА збили? Ну, скорее всего, россияне это у нас перенимают противодействие беспилотникам. Когда только появились шахеды в большом количестве, то мы предпринимали такого рода действия, то есть контроль и сопровождение движения шахедов с помощью населения, пока они перешли уже на систематизацию и информирование с систем снятия радиоэлектронной информации. То есть здесь мы уже перестали использовать личный состав. А вот россияне пробуют, пытаются, по крайней мере, не имея средств оповещения, не понимая, как бороться с большим количеством летательных аппаратов, беспилотников, они просто перенимают наш опыт. Попытаются, посмотрят, ну, вряд ли у них это просто получится, потому что помимо средств сообщения еще нужны средства поражения, а у них их просто не существует, по крайней мере, в тех количествах, которые должны быть для охраны, обороны военных объектов, всех военных объектов Российской Федерации. Просто невозможно их произвести, это должны быть сотни тысяч комплексов или передвижных бригад, которые будут работать против большого количества беспилотников. Потому это только одна часть, а у них нет второй. Я думаю, побегают россияне с фотоаппаратами, пофотографируют наши беспилотники и пофотографируют, передавая информацию уже в общее поле. Наши разведчики ее снимут и будет корректировать огонь. То есть я думаю, как раз наша спецура использует вот такого рода действия, на которые выводит россиян, российское военно-политическое руководство в своих целях. Вот оптимальный вариант — это, с одной стороны, для корректировки удара, а с другой стороны, для подтверждения удара. Цікаво, як гадаєте, долетить дрон на парад, от якийсь український, і, можливо, таку розглянемо з вами версію, що, можливо, якийсь росіянин захоче зробити такий дрон в кольорах українського прапора і запустити в знак солідарності. Чи, можливо, там, знаєте, якийсь такий ноу-хау по типу держабель чи кульки, якщо там металевий дрон не пролетить, то щось таке, то пролетить точно. Чи вірите ви в цей сценарій, як гадаєте, чи побачимо його? Уже 10-й год войны идет с Россией, потому, я думаю, в мире очень много добрых людей, которые разбираются в самолетовождении, ну и в производстве беспилотных летательных аппаратов. Потому, я думаю, как минимум несколько БПЛА однозначно будут на Красной площади, попытаются либо откорректировать, либо уничтожить военные объекты. Военные объекты, которые могут быть на Красной площади, это поток солдат, это поток техники, военной техники и военное руководство Российской Федерации, которое является легитимной военной целью для уничтожения. А там, скорее всего, Путин, кстати, является верховным главнокомандующим, значит, он один из... Это особо легитимная военная цель, потому... Я думаю, будет выполнена какие-то задачи, если получится, конечно, будут выполнены как минимум добрыми людьми, ну а может быть и нашими вооруженными силами. Хотя Путин пытается прикрыться какой-то фанеркой, вот он нашел всего лишь одну фанерку, которая может прикрыться от такого рода атак. Это президент Кыргызстана. То есть, ну до какой степени он им прикроется? Ну может быть
наши вооруженные силы и не будут выполнять удар и уничтожение рядом с президентом Кыргызстана. Нам еще с кыргызами жить и жить в мире и дружбе. А вот добрые люди могут как раз выполнить практически что угодно. Тобто ви всерйоз розглядаєте варіант, де якийсь БПЛА з зарядом долетить до Червоної площі, і ми там побачимо вибух? Однозначно, звісно. Тобто це хороший варіант якраз уничтоження воєнного об'єкта. Тим більше, треба обратити увагу на те, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України предупредив некомбатантів, гражданских лиц Москвы о том, что может быть нанесен удар по военным объектам и нежелательно нахождение этих гражданских лиц, некомбатантов, в районе поражения. А вот после для чего делается такого рода предупреждение? Если есть предупреждение, наносится удар, и если гражданские лица, некомбатанты попадают под в зону поражение, то нападающая сторона, она не несет ответственности. Было предупреждение. Потому не просто так предупреждаются, еще раз повторюсь, не комбатанты, гражданские лица о том, чтобы не находились близко с военными объектами в районе прохождения, колонн военных и нахождения военно-политического руководства Российской Федерации в определенных точках, так как по ним может нанестись реальне воєнне пораження. Тому не все так просто. Основний метод захистити Путіна – це використовувати двійника. А можливо, якісь побачимо ноу-хау на цьому параді, в тому сенсі, можливо, там заброньоване скло поставлять того ж двійника. Чи вони будуть діяти, як і минулоріч, тобто нічого там змінювати особливо не будуть? Ну, это только если Шойгу с очком будет бегать, ловить эти беспилотники. Вот это что-то новое они могут придумать. Ничего нового они уже не придумают. Те системы уничтожения, поражения, сопровождения, которые у них в принципе есть по летательным аппаратам, они будут неэффективны в городских постройках. Куда бы они ни ставили, допустим, те же зенитно-ракетные комплексы, вот панцирь они там повытягивали на дома, так это будет как раз и это, эти системы как раз и будут источниками боевого поражения. То есть та ракета, которая будет идти за беспилотником, она ж при взрыве создаст большую зону поражения, чем сам беспилотник. То есть туда можно вообще нагнать беспилотников, чтобы как раз выманить эти ракеты и чтобы они по ним отработали. Этот вариант, кстати, не исключается. Тогда там пара десятков беспилотников в районе Красной площади, которые на себя вытащат ракеты, и которые просто начнут их сбивать в районе мавзолея. Так они этот мавзолей сами и разрушат, даже если на этих беспилотниках не будет ни грамма тротила. Потому очень много механизмов по нанесению боевого поражения. Я думаю, и добрые люди, которые в этом хорошо разбираются, может быть, и наши военное руководство найдет методы для уж такого рода действий. Шойгу з сачком буде бігати по параду, і це досить така цікава фраза, ми її зафіксуємо обов'язково, думаю, розкрадуть на цитати. Але якщо повертатися до теми от військової, знаєте, бачимо багато новин про штучний інтелект, і бачимо, як його потрохи впроваджують на державному рівні. Навіть от є новина така від Мінцифри, що Україна використовує штучний інтелект у війні проти Росії. Але тут йдеться саме в сенсі розпізнавання облич тих росіян, які приходили на нашу територію і робили тут казна що. А от з військової точки зору, от цю інновацію, як ви розглядаєте? Це ж буде певна дуже серйозна потужна зброя колись там вже. Не можна казати через десятиліття. Це, можливо, там за рік, за два буде абсолютно якесь все абсолютно нове у військовій справі. Вот чтобы я сразу сделал с использованием искусственного интеллекта. Те беспилотные летательные аппараты, которые сейчас, допустим, производим мы вместе с турками, ту же Кизилельму, это из проекта МИУС, вот наш двигатель АИ-25ТЛ, турецкая сборка и начинка. Вот если этот беспилотник, который может нести больше тонны,
боеприпасов все-таки прописать, прокачать искусственным интеллектом на выполнение боевой задачи. Это будет просто бесподобное оружие. Вот за ним будущее, за беспилотниками с искусственным интеллектом. Им ставится задача, а вот уже стратегическая, а вот уже оперативно-тактические действия он принимает решение на выполнение сам. И этот беспилотник сможет уничтожать любой летательный аппарат, так как у него перегрузки будут намного больше, допустимые перегрузки у беспилотника будут намного больше, чем может выдержать, допустим, летчик. То есть даже в воздушном бою с истребителем противника он победит только за счет этих перегрузок. Ну, естественно, и выполнение задач поражения. То есть это вот такой маленький штрих в направлении развития искусственного интеллекта. Плюс подводные дроны, плюс надводные дроны. То есть вот все, что связано с боевым поражением, если там будет часть или полностью искусственный интеллект, это, конечно, это новый, буквально новая эра в выполнении боевых задач. А якщо брати більш глобально, от знаєте, розрахунок наступу, розрахунок захисту, імплементація інтелекту саме в цьому сенсі, і в сенсі, наприклад, літальних апаратів, вже і виходить, що і льотчики не потрібні будуть, і генерали не потрібні будуть, буде інтелект з інтелектом воювати? Да нет, все-таки в разработках плана в наступлении без бутылки не разберешься, потому оптимальный вариант, конечно, использование уже наших возможностей человека. Искусственный интеллект все-таки это такой подход, ему лучше ставить задачу уже, а вот дальше при постановке после постановки задачи в определенных рамках, это тоже очень важно. Здесь он будет выбирать с очень большой скоростью, на которую не способен уже мозг человека. Он будет выбирать наилучший вариант. Это будет самый оптимальный вариант. Ну и все-таки, как не подходить к искусственному интеллекту, в конце концов, это подход к выбору лучшей программы. То есть программа все равно будет прописана человеком. То есть здесь вопрос только в скорости принятия решений. А вот там, где именно такая скорость нужна, допустим, в авиации, при нанесении удара, вот именно там искусственный интеллект найдет себе применение. Радник голови Офісу Зеленського Михайло Подоляк заявив, що Китаю настав час визначатися, на чиєму він боці, збирається грати далі. Зараз Китаю належить зробити вибір, або він працює в рамках визначених міжнародним правом і тоді змінює Росію в повному розумінні цього слова, або Китай продовжує стояти осторонь і тоді він поступово втрачатиме свій вплив, у тому числі економічний. Давайте розглянемо цю заяву у розрізі того, що Китай робив от останніми тижнями. І з приводу заяв його посла у Франції, і з приводу телефонної розмови з нашим президентом, як би ви це описали? У Китаю стоїть одна задача – вийти в нашу війну з Росією, вірніше, вийти спочатку з цієї війни із качества учасника на стороні Росії і перейти в режим, як мінімум, свидетеля, но ему хочется еще и адвоката, а то и судьи. То есть вот он понимает, что тонет этот «Титаник», потому пытается из него выскочить. Хотя все мы прекрасно знаем, что на этом «Титанике», именуемом Российской Федерацией, как раз Си Цзиньпинь капитан, не Путин капитан. Путин – это там старший матрос во всей этой системе, на всем этом корабле. А капитан — это Си Цзиньпинь, потому он сейчас пытается с него как-то выпрыгнуть, предложив некоторые другие механизмы развития дальнейшей ситуации. То, что сейчас китайцы точно будут проталкивать, причем проталкивать довольно-таки с такой экспансией китайской в нашу сторону, они будут проталкивать замораживание нашей войны, замораживание нашего конфликта на той линии фронта, где остановится наше наступление. То есть они сейчас подождут развития ситуации. После того, как, ну, я думаю, где-то это через
месяц после развившегося нашего наступления, у нас где-то будет золотой месяц, так называемый. После этого мы используем определенное количество сил, средств, начнем останавливаться в движении. Вот эту границу Китай попытается застолбить и дальше войти уже как миротворец, вплоть до того, что может предложить ввести китайские миротворческие формирования на эту границу, на границу разграничения вплоть до вытеснения российских войск и замещения китайскими. Но это из области, может быть, фантастики, но тем не менее той фантастики, которая может быть у китайцев в голове. То есть они могут это видеть себя, для себя как развитие событий. Замещение российских войск в Крыму и на Донбассе, дальше развитие ситуации под своим контролем, но они уже будут одной ногой, а то и двумя стоять на европейской территории, стоять военными своими частями. Вопрос, пойдет ли на это политическое руководство Украины, здесь вопрос. Нет вопроса, что на это не пойдет народ и армия Украины, это без вариантов. А вот пойдут ли на это политики европейские или американские, а вот для этого китайцы сейчас будут направлять своих эмиссаров. Ну, один уже переобулся, выучил китайский, это Макрон, китайский халат себе примерил. Вот он, это первая ласточка. Вторая это фон дер Ляйен, это та, которая угробила практически бундесвер немецкий. Ну, сейчас в Европу будут засланы китайские засланцы, которые будут эту тему продвигать. И в Штаты, я думаю, также момент, как будет управляться этим процессом. Китай хочет войти в наш конфликт в качестве миротворца. Ему это очень важно для разных причин. А нам надо, нам свои рубить. Мы, украинцы, мы в этом смысле прекрасно понимаем. Нам надо уничтожить российскую армию на своей территории, выйти на госграницу. Ну а дальше капитуляция России, репарации и выдача военных преступников. Якщо говорити про Китай та вигоду, от знаєте, можливо порівняти, що війна там не вигідна нікому, але все-таки комусь вона точно вигідна, якщо вона є, і якщо її не завершає і Китай в тому сенсі, видвигаючи нам ці мирні ініціативи. Китаю взагалі-то до котрого року ця війна потрібна? Вона потрібна, щоб Китаю закінчилась цього року чи в 24-му? Китай живет и тысячелетиями, то есть это цивилизация, которая на время сильно не смотрит, потому им все равно, когда она закончится, им главное свое участие, то есть показать свое участие и потом управлять процессами. Китайцы выжидают самый подходящий момент, чтобы предложить, даже не так, чтобы предложить, чтобы к ним прибежали, к ним звонили, их просили, вот так, как это, кстати, наше политическое руководство в последнее время делало. А им нужен момент вот именно такой, чтобы, если выполняется задача разводки обоих сторон, чтобы обе стороны его попросили. Вот сейчас наше руководство начинает позванивать, названивать, а после того, как мы начнем двигаться, скорее всего, российское руководство также начнет вызванивать. Вот Китай будет за эти две ниточки дергать, выводя на определенный паритет. Вот паритет он видит для себя, скорее всего, после того, как наше наступление выдохнется по реальным причинам. После этого, естественно, обе стороны будут у него, по крайней мере, просить какого-то участия. И вот он здесь уже будет руководить процессом. Потому он сейчас пока еще в режиме ожидания, в режиме таком приготовился к прыжку. Это же все-таки этот китайский лев. То есть они в этом смысле могут ждать, они могут долго ждать. И вот они подождут такого момента, когда не будет, ну, вернее, их предложение будет самым лучшим. И после этого начнут управлять процессом. Вот оптимальный вариант я его расписал. То есть на той линии, на которой остановится фронт, на эту линию китайцы выведут, будут пытаться вывести свои миротворческие войска. Ну а дальше, может быть, вплоть до полного выдавливания россиян с Крыма, Донбасса и
замещение вроде бы как китайскими руководствами. Еще раз повторюсь, это один из фантастических вариантов, но такого рода варианты у китайской головы в голове могут быть, и они могут предлагать нашим политикам в том числе. А наши политики в прошлом году, 27 марта, уже практически Крым и Донбасс отдавали россиянам, потому не исключено, что могут и повестись и на такие фантастические предложения. Ну, посмотрим. Впереди наступление, впереди большая работа. Ну, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Ну, знаєте, колись війна була фантастичним сценарієм, який більшість людей не розглядало. Але ви правильно сказали, нам своє робить, і колись ми вже зламали плани всіх тих, хто вже Україну списав з рахунків. І я думаю, що це ми побачимо ще не один раз і в військовому, і в економічному, і в культурному сенсі. Роман Григорович, дякую, що долучились і відповідали на мої питання. Бажаю вам гарного вечора. До свидання.